Новую детскую площадку, возведенную по программе «Туган Жер», открыли в Караганде. Во дворе дома 24/4 на проспекте Нуркена-Абдирова появились новые красочные горки, качели и песочница. Это стало возможным благодаря активному участию предпринимателя Асель Майжакановой, на средства которой и была установлена горка для детей. В 2017 году главой государства была разработана программа «Туган Жер». Она предусматривает масштабную работу в сфере благоустройства и восстановления малой родины каждого неравнодушного казахстанца. Взрослые отмечают, что детская площадка строилась довольно долго, но зато качественно. И все же главные достоинства площадки оценили дети. Горка очень понравилась. Отлично. Долго, но качественно строили. Я подальше, качественная горка. Горка хорошая. Мне тоже понравилась горка, особенно тот туннель, который поставили. И круглая горка. Мне очень понравилась эта горка. И детям тоже. Особую благодарность детишки и их родители выражают индивидуальному предпринимателю Асель Майжаканова. Именно она выделила средства на приобретение и установку этой горки. ИП Майжаканова установила эту горку за счет собственных средств. Вот. Все это делается для людей, для жителей, для детей нашего района. Данная акция, она как бы долгосрочная, то есть у нас и дальше будут проекты такие, да, у нас уже много заявок поступает от предпринимателей, как бы тоже помочь нашему району. То есть таким же путем установить детские игровые площадки, там, спортивные площадки. Сейчас эти предложения все рассматриваются. И далее на этом дворе эти мероприятия не остановятся, как бы дальше будут идти. Местные жители отмечают, что их КСК работает хорошо, в том числе занимается улучшением игровой площадки. Но такой красивой, как сегодня, она никогда не была. Хотелось бы сказать об очень приятной вещи. У нас во дворе появилась замечательная детская горка, лавочки. То есть нам ее преподнесли в подарок. Дети очень рады, родители тоже. Ну, сами вы видите, сейчас вон оживленно, все весело. Так что спасибо огромное. Хотелось бы сказать, побольше бы таких меценатов, побольше бы нам во дворы таких горок. Стоит отметить, что реализация программы «Туган Жер» стартовала в конце мая и сегодня уже наработала хороший темп. В числе прочих социальных инициатив предпринимателей есть установка детских площадок, открытие детского сада и благоустройство новых скверов. Фариза Албаева, Жахслык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.